такие тут ездят. Новички. Вот у него знак зеленый в конце сзади. Он ездит, учится на такой машине. Что это такое? Субара какой-то. Спортивная, заниженная. Ну, что толку от такой машины, если она ездит так же в потоке здесь. Тоже пробки. Черновой асфальт, кстати. У него видно желтая разметка, это временно разделяющая. Скорее всего, по ней будут гнать, переделывать вот эту полосу, а по ней второй трафик. То есть. И видно толщина, вот она там не хватает. То есть там еще вот сантиметра 3-4 уже чистого класса. И вот это черновой асфальт. Съезды нормальные. Вообще какие-то люки кладут время. Это Лэнгли, да? Школа, значит, школа. Дон Кристиан Элементари Скул. Площадка. Играет во что-то. Еще одна площадка. Приехали какой-то супер магазин для рождественских украшений. Находится в Лэнгли, открывается только вот перед Новым годом, перед Рождеством. И тут все про Рождество. Не знаю, можно ли снимать. Находится в какой-то промзоне в Лэнгли, но внутри должно быть красиво. Но елки еще не продают. Елки будут продавать где-то, наверное, в конце ноября. Тут тоже ферма есть, может покупать. Ну, машина, вся парковка забита. А в обычном режиме, наверное, здесь что-нибудь садоводческое продается. Сколько всего тут украшений. Стеклянный, кстати, $8 шарик. Шарики прям тяжеленькие, хорошие. $40. Вот такой вот Деда Мороз. Это мы только зашли. Это ужас какой. Куда идти? Это только один павильон, первый. Это тут все тематически белое. Кружечки даже продают. $36 две кружечки стоят. Это раздел каких-то вкусняшек тут начинается. Это все, наверное, тут для еды. Подносы всякие рождественские, шоколадки. Лакрица, какие-то шоколадки опять.
куча соусов всяких. Игрушек здесь на елке очень много. Вот одна такая $15 стоит. Ящики со всякими крышечками. Рулетки, инструменты. Прям по тематике разлиты. Фишинг, кемпинг. Это кто? Кислючки, конфетки, кислючки. Молочные шарики, мини-куки, донатсы, какие-то напитки, кофе, кофечина. Вот этот классный олень. Смотри. Попкорн. Я хочу такую. $20. Будьте любезны. Ну, это же для... Я же сделала... Для коллекции? Карт-тест. Глянь, какой вот этот красивый. Посмотри, вон. За $18 можно вот этот купить. Я засужу одну. У тебя же есть денежки. Покупай одну штучку. Шоколадки. Кукисы. Все, что хочешь. И бекон, и яишенка. Хумус. Еще один бекончик. Какие-то пакетик с палочками. Оранж соус. Роллы даже есть, смотри, даже роллы есть. Салат, начосы. О, бургер, глянь, как он делает. $20 стоит. Вот у нас были на нашей елке эти шишки висели, тоже стеклянные. А это стеклянные соленые огурчики. Пикл орнамент. Ну да. Это, кстати, такая же игра. Написана декорация. Это пикл спрячется на дереве, и кто найдет, получает награду или хорошую удачу на следующий год. Мы тоже так играли. Во. Вот ты не помнишь в детстве? Мы играли, мы прятали какую-нибудь игрушку. У нас игрушек было много, и они были разные на дереве. И мы когда прятали, говорили, найдите какую-нибудь там, ну, шишку, допустим, либо там... А еще были то же самое с конфетами. Да, или конфету, вот. Ты помнишь, с конфетами? А раньше у нас мы не вешали конфеты, мы вешали, допустим, какие-нибудь игрушки редкие. Ну, и вот, типа, даже здесь такая традиция есть, интересно. Нифигами, да. О, блин, бокальчик какой красивый. Бокальчик красивый. Сколько стоит? $23. Капец. $15. Это вот надо покупать по одной игрушке, ну вот, в год и собирать елку себе. За всю жизнь у тебя будет елка, вот как я только что показывал. Вот такая с разными украшениями. Видел? $15. Я такую хочу. О, или виски, смотри. Или ты ром, наверное, или текила с лимоном, да, что ли? Ну, уж $23, ну, это уже. А, вот, смотри, распродажа, 33% скидка есть. Сегодня скидка, кстати. 33%. Я возьму вот это. Водка, спрайт. За твои деньги. Ну, я же сделал тест, я заслужил. О, шампанское, смотри, вот. О, даже гитара есть. $20 гитара. Банджо, виолончель, саксофоны всякие.
очередь немеренная. Это вот туда все очередь идет, и там еще Z-образно. Красивые елочки-то. Это розовая, прям как сакура. Японский Новый год. Всего на все $15 такой вагончик, паровозик даже. Это, наверное, вот то, что товар продает как раз в обычном виде летом. Травка, кустики, ну, на рождественские сейчас делают рождественские венки здесь. $99, а мы купили большого за 60. Фонтаны тут до кучи. Ну, прикольно. Горшок поставить. $60. В общем, хороший магазин, но цены, конечно, дорогие очень. Поэтому мы купили одну безделушку и все равно $25 потратили. Ну, три свечки. Сейчас вот покажу, домой приедем. Вот, $25. Вот это $10 на дверь вешается. А это такой снег делается. Воду добавляешь, делается снег. Вот, и можно туда свечки ставить, вот такие. Маленький. Ну, под елку куда-нибудь. 25. Ерунда. Так, сразу проводим эксперимент. Давай ножичками отрежем. А сколько надо насыпать воды? Давай насыпаю одну ложечку. Так. Ну, давай насыпаем. Ставь. Ну, блин. Ну, ставь, оно сейчас посыпется, наверное. Нет, так. Ну, оно сейчас резко пойдет, наверное. Сколько надо себе налить воды, я не знаю. Чуть-чуть. Не-не-не. Мне кажется, еще надо. Ну, долей чуть-чуть. Что-то немного воды добавили, да? Да. Да, оно помешает, да, помешает. Так. Угу. Ну хорошо, размешай, чтобы не было одна, чтобы однородная была. Чуть много налил, но поменьше. Да, поменьше. Ну, она высохнет, конечно. Когда она высохнет, можно опять.
Сколько? Неужели опять так сделать? Да она высыпнет. Не знаю. Ну, то есть вот мы ложечку одну насыпали, и смотри, сколько получилось, Лянь. Угу. С одной ложечки целая баночка. Угу. Мягкая такая, как, не знаю, как что, как каша такая, да? Ой, рассыпается, видишь, маленькую он взял баночку. Четыре раз. Два. И четыре. Так, сейчас замерим, сколько воды нужно. Отлично, вот. Вот, хватит? Нет, это много. Ты че? Мне кажется, ну давай пойдем. Ну, стой. Носом. Окей. Okay. Да, видишь, еще много, вообще даже не смочила. Да, Лень, не стесняйся. Еще надо, видишь, надо. Видишь, сухая, смотри, вот порошок остался. Ну ладно, давай побольше. О! О, нормасик. Мешай. Как снег, да? Угу. Мам, позови Юру. Ну, вот смотри, вот здесь еще, кстати, сухое осталось. Видишь, ты не все смешал, здесь сухое еще. Стой. Ну, сюда высыпай, да. Так, натюрморты сделаем, декорируем. Тут свечки у нас.